этой неделе до 8 плюс 9 градусов. A cheeky pup jumped up and grabbed a journalist's microphone during a TV weather report. Mir TV weather reporter Nadezhda Sereskina began her piece to camera on spring's arrival in Russia when she was interrupted by friendly dog. As the Labrador retriever seized the microphone, the journalist dived to save the piece of kit. Nadezhda had been reporting against the backdrop of Sparrow Hills in the Russian capital. Судя по всему, связь с нашим корреспондентом прервалась. Сейчас мы снова попытаемся с ней связаться. То вроде бы удалось наладить связь с Надеждой. Так, ну, как я вижу, никто не пострадал из съемочной группы. А, ну вот, микрофону немножечко досталось. Так, Надежда, вы меня слышите? Элина, ну, как я и сказала, погода действительно отличная. Подходит для прогулок с вашими... на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Стоять! Ну, судя по всему, связь с нашим... Показывает на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Стоять! Ну, судя по всему... Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Стоять! Ну, судя по всему, связь с нашим корреспондентом прервалась. Сейчас мы снова попытаемся с ней связаться. То вроде бы удалось наладить связь с Надеждой. Так, ну, как я вижу, никто не пострадал из съемочной группы. А, ну вот, микрофону немножечко досталось. Так, Надежда, вы меня слышите? Элина, ну, как я и сказала, погода действительно отличная. Подходит для прогулок с вашими